Бургеры, которые приготовили Рамзан Кадыров и рэпер Тимати. Такое необычное кулинарное событие произошло в Грозном. По случаю открытия в городе ресторана быстрого питания. Ну, не только смотрел, но и, конечно, попробовал наш корреспондент Артур Мустаев. Открытие сети закусочных Black Star Burger в Грозном вызвало настоящий ажиотаж. Сотни людей собрались задолго до начала работы нового заведения. На официальную церемонию прибыл владелец популярной бургерной, российский исполнитель и музыкальный продюсер Тимати, а также глава Чечни, который лично пообещал накормить первых посетителей. Тимати там дал мне мастер-класс, так что давайте сегодня там покушаем вкусно. От души. От души. Самые мощные. Самые сочные. Где? Грозно! Сделать 1000 бургеров за один вечер оказалось непросто, но они справились. От желающих отведать сочный и мощный гамбургер не было отбоя. Главными отличиями своего фастфуда здесь называют полностью натуральную, а главное халяльную, то есть дозволенную для мусульман продукцию и ручной труд. Для жителей Чеченской Республики это что-то новое. Это не просто бургеры, это своего рода произведение искусства. Пока ты не окунешься в этот мир, ты не поймешь, что это такое. Черные перчатки – фишка Black Star. Много и другой фирменной атрибутики. Отдельное внимание заслуживает десерт. В знаменитую закусочную теперь часто заглядывают гости чеченской столицы. Когда мы узнали, здесь открыли, мы с удовольствием сегодня пришли. Тем более, то, что мы заказываем, знаем, что это и халяльное. Кухня на слабо! На слабо это спецзаказ. Очень острые куриные крылышки. А самые дорогие VIP-бургеры выносят особенно торжественно. Здесь это целый ритуал. Но дальше прилавка, на кухню уже нельзя. Секреты особой рецептуры не разглашаются. Даже в будние дни здесь не протолкнуться. На автостоянке перед новым заведением негде поставить машину. Артур Мустаев, Зелимхан Бунтышев, Вести, Грозный.